Всем привет! С вами снова Ольга Чернова. И опять еще раз поговорю про посадку, про высадку томатов в теплицу. Пусть не обижаются те, которым кажется, что не нужно так подробно, это очень долго, очень нудно. Но мои вот эти вот все видеоролики, очень подробные вот рассказы, направлены в первую очередь, чтобы помочь начинающим огородникам, которые совсем не знают и не понимают, как высаживать. Вот, например, я сказала, полив обильный. Вот при высадке нужно поливать обильно. Человек, может быть, не знает, как это обильно. Обильно это прям вот так. Лунку нужно пролить обильно перед высадкой томата. Поливаю первый раз, вода ушла. Доливаю еще, вода ушла. И лишь третий раз, когда вода не уходит, а стоит, вот прям остается в луночке, это считается, что мы полили обильно. Для чего нужен такой обильный полив первый при высадке? Вы, конечно, знаете, что как при вот такая мокрая, обильно политая земля, она намного мягче, она мягкая. И когда сейчас мы томат туда посадим, высадим, он корни легко его разойдутся по почве, расправятся. Если бы земля была не очень политая, то они могли бы упереться в тот грунт, где мы еще не вскопали, потому что вскопать невозможно очень глубоко. Даже если я и рыхлила. Вот так полив обильно, я иногда жду, когда вода уйдет, иногда нет. Я уже рассказывала вот про черенок лопаты. Я делаю вот такой вот углубление черенком лопаты еще дополнительно, кроме вот этой глубины лунки, вот этой глубины. И вот в это углубление я высаживаю вот этот томатик. И получается, что его корневая система попадает, оказывается, в самом-самом вот жидком, вот в этом мягком слое грунта. Потом я буду ждать, ну не буду ждать, буду чем-то заниматься другим, буду ждать, когда вся влага уйдет и когда можно будет засыпать. Буду ждать вот до такой степени, сейчас покажу. Когда грунт в лунке будет вот такой, уже более тверденький, тогда уже сверху я начинаю присыпку. Присыпаю немного землей и сантиметров 5-10 перегной. Все. Вот это еще одна подробность именно про полив. Потому что некоторые могут посадить по незнанию даже в сухую почву, а потом полить. Все-таки лучше, когда мы проливаем грунт основательно, делаем обильный полив. Потом высаживаем, потом засыпаем и поливаем еще раз. Для чего так много? Просто потому, что это будет первый и последний полив вот во время высадки. После высадки целую неделю поливать томаты не рекомендуется. Вот сейчас я полью сильно-сильно, очень, чтобы вот все вокруг было влажно, чтобы они, даже жаркая погода, чтобы не помешало им укорениться. Они будут распускать там свои корни по этой мягкой земле. Все, 7, 8 или даже 10 дней я поливать не буду, потому что я сюда вылила достаточно. Количество не буду указывать воды, потому что у каждого оно зависит от сухости грунта, от водопроницаемости грунта. У меня грунт здесь влажный, потому что у нас снег сошел не так давно. Влажный грунт я поливала не очень много, но тут на одну лунку, наверное, пол ведра ушло. Но все равно я поливаю до такой степени, чтобы была прям как жижа кашется. Вот в эту жижку я высаживаю, потом присыпаю и потом еще раз поливаю. Все. Вот это все подробности о моем поливе во время высадки. Ну и только, не только о моем, так рекомендуется. Потом завтра, если будет время, я вам расскажу. Вот видите, вот это и это посеянные томаты в один день. Но от разных условий выращивания, они, видите, какие выросли разные. Я вам завтра расскажу, что нужно сделать, чтобы вырастить вот такую рассаду красивую, здоровую. И обо всем остальном буду показывать и рассказывать о каждой мелочи. И если вы будете все внимательно слушать, вы прекрасно все посадите, и у вас будет хороший урожай.
Вот, а меня ждут еще вот эти луночки, они идут до горизонта, можно сказать. Мне еще работать и работать. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. И это видео о том, каким должен быть полив во время высадки рассады.